Согласно сообщениям РБК, часть банков вновь готовы перевести своих сотрудников на удаленный режим. «Газпромбанк» готов перевести всех сотрудников, не задействованных в работе офисов, на домашний режим. Банки Открытия и Промсвязьбанк практикуют посменный формат работы, где специалисты сменяют друг друга в офисе и проводят в банке только половину своего рабочего времени. НКБ до сих пор соблюдает режим ЧС, 43% работников банка действуют удаленно. Больше информации ищите на нашем сайте.